Итак, привет всем моим студентам, которым я давно обещал, что начну записывать эти карантинные видео. Привет ребятам из других филиалов. Ну, втяни живот. Это не живот, это вот я сижу. Могу так сидеть, чтобы было видно, что это не живот. Все. Мне хорошо живет? Прекрасно. Это был мой следующий вопрос. А ты могла бы повторить сейчас эту фразу только с большим придыханием? Ты красавчик. Спасибо. Я вот это возьму на добрый лад. Пьяный боксер может найти себе пар. И... Итак, казалось бы, нет ничего скучнее, чем видеообучалка по креветкам. Сейчас мы попробуем сделать наши БЖЖ котам. Задолбаться вы можете без нашей помощи. Слава богу, доступ к турникам во дворах еще открыт. Но, возможно, это будет самая важная обучалка в вашей жизни. В общем, я здесь сам с собой, камера летает в воздухе. Камера, вот смотрите, я могу ее подвигать сюда, сюда, теперь вверх, вниз. Смотрите. Это магия, торжество волшебства над разумом. Вообще мне грустно, и мне трудно подобрать слова, но сейчас мне весело, и мне еще труднее подобрать слова. Дело в том, что сейчас два таких конфликтных состояния, как бы я нахожусь на их стыке, и я вообще не представляю, как на это реагировать. Итак, все мы прекрасно осознаем, что в период БЖЖ каникул мы в любом случае немножко растеряем спортивную форму. Вот, ну, это неизбежно. Даже если мы потом будем каждый день качаться, бегать кроссы, слегка мы потеряем борцовскую спортивную форму, потому что наша нагрузка, которую мы испытываем при борьбе, которой подвергаем наше тело, значительно отличается от тех нагрузок, когда мы там отжимаемся, подтягиваемся, приседаем или бегаем. Если вы занимаетесь больше одного месяца, вы прекрасно это понимаете. Я видел вот этих вот сильных накачанных парней, которые делают все отжимания и 150 тысяч километров могут пробежать. В итоге с борьбой у них после 3 минут начинается вот это... Ну и так далее. Карантин очень хорошее время для того, чтобы обратить внимание на какие-то базовые штуки, на базовые движения, базовые какие-то технические действия, в том, ну, назовем там, приемы, да, свипы, сабмишены, на какие-то базовые детали, на которые, возможно, тренеры уже просто не обращают внимания на тренировках. А между тем, даже у какой-то вот простейшей креветки есть миллион нюансов, миллион разновидностей, и, конечно, если тренер будет на тренировке каждую креветку объяснять с демонстрацией всех нюансов, то это займет там порядка 5 минут. И если так каждое упражнение объяснять, то вот у нас тренировка из 5 упражнений. Причем каждый из студентов в этот момент будет остывать перед каждым новым упражнением. Ну, так себе история. Итак, что нас ожидает в ближайшие дни? Пока нас любезно допустили снимать эти видео, мы с вами посмотрим некоторые базовые элементы, возможно, некоторые секретики. Я очень люблю секретики. Я с радостью буду принимать от вас вопросы и отвечать на них по мере возможности. Мы посмотрим несколько сольных упражнений, как их выполнять правильно, чтобы эти движения были не просто какими-то упражнениями, оторванными от реальности, а чтобы это были движения, которые вы впоследствии включите в свою борьбу. То есть и они будут одинаково работать как на воздухе без оппонента, так и на живом пока еще оппоненте. Ну, это такой очень большой анонс на будущие наши выпуски. Сколько их будет, ну, одному Богу известно. Thank you.
вечереет. На шоссе энтузиастов вечереет. Ух ты, какой бородатый! Завтра будем тренироваться? А можно? Нет, завтра не будем тренироваться. И сегодня не тренировались. Да ты даже не вспотела. Только потому, что мы не тренировались.